исполнят второй фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского в авторской редакции. Тем самым откроют региональную программу в контексте перекрестного года музыки в Великобритании и в России. Сочи в этом отношении лидирует. Мы оказались первыми, кто в рамках объявленного года музыки, он начинается с 1 марта 2019 года, делает вот такую акцию. И мы рады, что сегодня Сочи интегрируется в культурную жизнь целой страны. Пригласили молодого, но уже известного в Великобритании пианиста Джорджа Корлеоне. Он студент Королевского колледжа музыки в Лондоне и победитель конкурса Grand Piano Competition, председателем которого является известный российский пианист Денис Мацуев. Кстати, в России это не первое выступление Корлеоне. Он уже успел покорить лучшие российские площадки, выступая с такими дирижерами, как Александр Сладковский и Валерий Гергиев. Но в Сочи он впервые. Джордж Корлеоне прилетел сегодня ночью, и это его первая репетиция с Сочинским симфоническим оркестром в зале органной и камерной музыки. Их будет две. А сам концерт пройдет 4 апреля в Зимнем театре. К слову, интерес сочинцев к предстоящему концерту огромный. После репетиции музыканты признаются, их радует большой спрос на билеты. А пианист мечтает просто побродить по курорту и, конечно, очень волнуется перед встречей с сочинским зрителем. When I first started music, I was about 7 years old when I started first taking piano lessons. Я 7 лет начал брать профессиональные уроки музыки. Она сопровождает меня на протяжении всей жизни. Я даже не представляю, кем бы мог быть, кроме как не музыкантом. Меня вдохновляют эмоции и отклик зрителей. I love performing to people and seeing how they react to the music. Год музыки России и Великобритании откроется 4 апреля, а затем Сочи передаст эстафету другим регионам страны. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.